Удивить блеском в глазах. Едва в школах закончились выпускные, как одиннадцатиклассникам надо снова готовиться к экзаменам. Вступительные испытания начались в творческих вузах. В Чувашском государственном институте культуры и искусств поступающие примеряют на себя одну из главных решающих ролей – абитуриента. Экзамен хоть и проходит с песнями и танцами, но испытание это не из легких. С помощью пластики тела танцоры общаются со зрителями, доносят до них свои мысли и чувства. Но аплодисментов они сегодня не дождутся, на экзамене не положено. Строгие педагоги выставляют оценки за пластичность, музыкальность и даже эмоциональность. Я хотел раскрыть современную тему, то есть показал девушку и парня, как у них происходили отношения, то есть это взрыв эмоций, горе, печаль, счастье. По-любому каждый человек, как в юношеском возрасте парень и девушка, они, хоть они разочаровываются, хоть что, они будут всегда вместе. То есть любовь еще остается в сердце. Так как я уже получил опыт в Чувашском республиканском училище культуры, я надеюсь, что институт подтянет, вытянет меня, более сделает сильнее, и дальше я продвинусь только вперед. В экзаменационной комиссии ведущие педагоги в области культуры и искусства Чувашии, известные артисты и режиссеры драматических театров. Подготовка у большинства юных танцоров на высшем уровне, особенно у девушек. С 5-7 лет они занимаются танцами и гимнастикой. Я танцевала номер под названием «Зеркало души». Я решила выбрать эту музыку, потому что мне очень понравилась композиция. И пришло вдохновение, и сама начала танцевать. Как таковой идеи у меня номера не было. Но танцуя здесь перед членами жюри, я старалась показать, что именно через глаза можно передать все чувства и эмоции. Адвокат? Да, а вы, наверное, к зубному карту. Так он работает этажом ниже. Этажом ниже. Если на направлении хореография вряд ли примут человека без первоначальных танцевальных навыков, то на режиссуре комиссию можно взять штурмом, применив свою способность вызывать эмпатию. Прежде чем зайти в аудиторию, кто-то разминает мимику и голос, кто-то молча настраивается на нужный лад, кто-то в последний раз повторяет выученные стихи. Все эти ребята мечтают о сцене. Желающие стать режиссерами приезжают не только из районов Чувашии, но и из соседних регионов. Михаил Хаетов из Йошкар-Олы. В нашей стране эта профессия актуальна, и не останешься без хлеба. Если говорят то, что артист – это исполнитель роли, режиссер – он исполнитель спектакля или любого другого продукта, который он ставит. Режиссером должен быть человек, которому есть что сказать, есть как показать свое видение, свою точку зрения. Разглядеть сценическое обаяние, дар и склонность к амплуа – вот задача номер один для членов жюри. По опыту, опять-таки, прошлых лет, очень творческие приходят ребята, очень интересные номера. И поступают у нас ребята и после школы, абитуриенты у нас есть и после школы, и много абитуриентов, которые поступают после профессиональных училищ. Было подано 161 заявление. У нас научное мы принимаем на бюджет 50 человек. То есть есть бюджетные места по всем направлениям подготовки. Постигать секреты танца и режиссуры им предстоит 4 года, а через несколько лет на сценах Чувашии и России зажгутся еще несколько новых звездочек, известных пока только преподавателям Чувашского госинститута культуры и искусства. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.